Сегодня в Мирном пройдет фестиваль якутской кухни «Кулинарное путешествие». Свое мастерство покажут 15 общин ассоциаций народа района. А накануне маэстро якутской кухни Иннокентий Тарбахов провел для мирнинцев мастер-классы. На мероприятие пришли более 80 человек. Это повара ресторанов, родители и студенты. Для мастер-класса Тарбахов специально приготовил буклет, куда вошли 15 национальных блюд. Приготовление каждого Иннокентий Тарбахов пошагово показывал и объяснял. Говорил и о секретах. Для меня сейчас было в данный момент мясо. Как приготовили мясо, какая прожарка была, кёрчах, ну, тут быкпах, ну, вот все вот это новое для меня, как бы. Все понравилось, все красиво оформлено, очень вкусно.